Компания Tessora адресует линейку клавиатур Labera Spectrum пользователям, которые помимо работы на ПК активно играют и хотят иметь возможность гибко настраивать подсветку клавиатуры. На фирменном сайте говорится, что Labera с испанского переводится как «волкодав» — это меч святого Фернандо III Кастильского, символизирующий силу. Клавиатура поставляется в объемной коробке с ламинированными иллюстрациями на поверхностях, внутри которой находятся клавиатура, провод для внешнего питания, CD-диск с программным обеспечением, руководство пользователя, рекламный буклет и гарантийный талон. Клавиатура весит 1,5 килограмма, поэтому на столе лежит основательно, случайно с места ее не сдвинуть. Видимо, внутри есть металлическая рама. Корпус Labera Spectrum выполнен из пластика и окрашен в черный цвет. Корпус и клавиши устойчивы к появлению отпечатков и царапин. Панель вокруг клавиш имеет текстуру шлифованного алюминия. Внешние плоскости клавиатуры стилизованы под рельефный металл, а по четырем углам расположены фальшивые головки винтов. Клавиатура оснащена дополнительной площадкой под кисти рук средних размеров. Все буквы на клавишах вырезаны лазером и покрыты полупрозрачным бесцветным пластиком, который хорошо рассеивает подсветку. Шрифт на клавишах хорошо читаем. Отметим, что клавиатура оснащена длинными кнопками-модификаторами Shift и одноэтажной клавишей Enter. Между основной частью клавиатуры и рядом функциональных клавиш расстояние больше обычного, что может доставлять неудобства, так как тянуться к ним приходится дальше. Кнопка-модификатор Function находится рядом с правой клавишей Alt, что позволяет быстро переключать заранее настроенные профили или использовать функциональные клавиши. Функциональные клавиши с F7 по F12 имеют режим мультимедиа. Клавиша F6 отключает клавиатуру. В правой верхней части клавиатуры есть специальные кнопки для мгновенной записи макросов и переключения подсветки в игровой режим. При использовании клавиши модификатора Function можно с помощью клавиш со стрелками переключаться между 5 уровнями яркости подсветки и режимами работы клавиатуры – спектр, волна, дыхание, цветомузыка, фейерверк и так далее. Модификатор Function с кнопкой INS включает режим 6 Key, когда поддерживается одновременное нажатие до 6 клавиш, а при нажатии Function плюс Delete включается режим, в котором возможно одновременное нажатие любого числа клавиш. Без подключения к клавиатуре дополнительного внешнего питания, встроенным в нее двум портам USB, можно подключать лишь устройство с небольшим энергопотреблением. При необходимости сзади на корпусе клавиатуры можно выдвинуть упоры и тем самым обеспечить ее наклон относительно плоскости стола. Клавиатура линейки Labera Spectrum оснащается одним из 4 видов механических переключателей – Kale Black, Kale Blue, Kale Brown и Kale Red, которые являются аналогами переключателей Cherry MX. Определить, какие переключатели используются, можно по наклейке на коробке или вынув клавиши из посадочного места и посмотрев на цвет переключателя. Нам на тест попала клавиатура с переключателями Kale Brown. Нажатия на клавиши сопровождаются хорошо слышимыми щелчками. Клавиатура Tessora Labera Spectrum оснащена светодиодной подсветкой, что позволяет настроить любой из почти 17 миллионов оттенков индивидуально для каждой клавиши. Все манипуляции с настройками цвета подсветки производятся через фирменную утилиту Labera Software. Подсветка имеет несколько режимов. Есть режим радуги, который не может не радовать глаз. Вся клавиатура слева направо переливается всем спектром цветов, создавая эффект волны. Есть режим дыхания, где клавиатура то светится, то затухает с определенным периодом времени. Есть и режим фейерверков, где при нажатии клавиши загораются тем же цветом соседние с ней. В режиме цвета музыки подсветка меняет цвет в такт музыкальному треку или в такт вашему голосу, если вы используете микрофон. Также есть статичная подсветка, которую вы можете изменять на свое усмотрение. В фирменном приложении имеется большой спектр возможностей, от записи макросов до установки цвета и свойств каждой кнопки. Если ранее вы пользовались игровой клавиатурой, то переход на Labera Spectrum будет довольно простым. Вы можете запрограммировать и сохранить 5 профилей настроек клавиатуры, которые можно переключать с помощью комбинаций Function плюс F1 или Function плюс Enter. Специальная кнопка для быстрой записи макроса позволяет быстро сохранить нужный текст или комбинацию. Например, во время онлайновой ролевой игры вы получили новый уровень или открыли новое умение, которое вам теперь нужно использовать буквально каждые 5 секунд в бою для максимальной эффективности. Вы можете просто нажать на кнопку старта записи макроса REC. Загорится световой индикатор. Затем нажимаете на клавишу, за которой будет закреплен макрос.
Набираете нужную комбинацию и вновь нажимаете кнопку REC. Запись завершается, световой индикатор гаснет. Во время тестирования мы использовали клавиатуру и для набора текстов и серфинга. Кстати, при наборе текстом также можно использовать сохраненные макросы. Например, стандартные ответы и приветствия для переписки. В целом нареканий на работу клавиатуры у нас нет. Клавиши нажимаются четко, усилия ожидаемые, время срабатывания комфортное. Клавиатура T-Sora Labera Spectrum рассчитана на игровое и повседневное применение с настольным компьютером. Массивная конструкция гарантирует, что клавиатура не будет скользить по столу, если ее случайно заденут. Во время жаркой баталии это добавляет комфорта. Гибко настраиваемые режимы светодиодной подсветки имеют возможность настроить все именно по своему вкусу. При этом получается удобно, так как можно использовать клавиатуру при отсутствии внешнего освещения, а многоцветная иллюминация клавиш добавляет разнообразия и атмосферы. Сейчас клавиатура Labera Spectrum стоит около $170 США, что примерно на треть дешевле конкурентов. В любом случае, клавиатуры с RGB-подсветкой и механическими клавишами всегда стоят дорого и не являются бюджетными решениями. Поэтому, если вы точно знаете, что вам нужна гибко настраиваемая подсветка и универсальная клавиатура, то в список кандидатов на покупку стоит включить T-Sora Labera Spectrum.